Ну, блин, раз я заначал в эту игру, значит, я должен в нее играть. Плюс в нее играет целых 4000 людей. А для игры по Undertale это да, хера. Есть эта ачивка? Нет. Как ее получить? Хрен его знает. Но она мало у кого есть, ладно. Добро пожаловать в Уфса. Эта ачивка у меня уже есть. Окей. Так. Прикольная игра, да, давай еще в нее поиграем. Баг фикс. Все-таки я купил там хоррор, вот буду за него играть, за хоррором. Нормально. Это херена анимация. Для Undertale. Для, блядь, для Роблокса. В реальности, конечно, не так эпично, но сойдет. Давайте страдать. Пытаясь зайти. Ура, ура, ура! Не прошло и минуты 5, да. Быстро зашел. Есть проблема, как раз заключается в том, что у меня... Что у меня 46 побед и больше не будет становиться. По причине спам-тома, да. Спам-том. Короче, он мне будет мешать, я не знаю. Ваш прогресс заблокирован. Вы находитесь в этом состоянии. Блять, опять шитдаун, серьезно. Что за хрень? Чего, блядь? О, глянь, теперь можно обновлять сервера. Да, быстрое присоединение. Блин, ну, подожди. О, теперь намного удобнее стало, кстати. И теперь проблем с серверами нет. Ну, вот могу нажать быстрое подключение, все будет охуенно. Блин, ну со спам-томом уебищно, кстати. О, я сейчас первый буду. Не просто открыть пиздец, но ладно. Спам-том, какого хуя? Я должен быстренько всех убить, и тогда мне дадут такую тему чисто. Ну давай попробуем, ладно. Блин, как-то странно на самом деле. Тут задержка, ну ладно. Блин, чё так всё лагано? Багано.
Ё-моё, вот это я уничтожил просто. Умри, чувак. Ни хрена себе. На нахрен. А чё он не умер, алё? Как его убить, вопрос? Блять, у меня всё залагало. Мне скин сбросился, у меня его нету. Чё за кало, у меня всё залагало, игра. Пиздец. Пиздец. Не, я в рот ебал с Пантома, с его, блядь. Ты не можешь дальше развиваться, ведь у меня папа в ДТП разбился. Ты не можешь дальше развиваться. Выполни говнохуйни в ебаные квесты. Время тикает, Санс. А за кого я должен разъебать, подожди? Не за, то есть за Санса, за него оборудование, то есть именно за него. Ну сейчас опять первым буду, кайф. Я должен быстренько всех разъебать два раза, да, по-моему. Я должен все его квесты выполнить, ну пиздец. Ты умрешь или нет? Что-то ему похер как-то. Какого хрена, как его убить, вопрос, игра. Ему похер, он стреляет по мне, мудак. Он меня воздухом ударил. Умри уже. Наконец-то он сдох. Так, мне ачивку дадут? Ну, не этот квест засчитается. Чё, блядь, там было 0 из 2? Алло! Дважды обыграйте команду Чары?
Прежде чем счетчик пробежит меньше 150 секунд. То есть я должен не быстро их убить, а медленно их убивать или что? Это издевательство. Бля, я не хочу играть из-за этого ебаного квеста. Реально. Из-за этих квестов. Да может другого возьму. Эй, ты. Зетник. Дай мне взять другой квест, хватит пиздить. Победите команду Санс дважды, тоже дважды. Там не было написано о том, что два раза это надо. Победите команду Санс дважды, прежде чем счетчик снизится до 150. А где этот счетчик? Осталось секунду, у меня тут минуты. Я не понимаю, быстро или медленно надо убить, играя. Прежде чем счетчик снизится... Ну, быстро, значит, надо убить его. Окей. Давай быстро его убьем. Мне надо все квесты выполнить, не только один, да? Это пиздец. Как его убивать? У меня-то как-то убили, значит, его тоже должно убить. Я так полагаю, 150 секунд уже прошло, да? Ну скоро пройдет уже. Ура. Ну 150 секунд уже давно прошло. Это невозможно нахер. Если только против нуба какого-нибудь играть. Хорошо, что тут такое есть. Вот над дубом сейчас поразвлекаемся. Ну сейчас увы. А, сейчас я играю? Чего, блядь? Я, наверное, сейчас проебу. Ну, блядь, улетите!
Пиздец. Не знаю, как его убить, им похер. Улетите куда-нибудь все, пожалуйста. В целом, что я выиграю, что я не выиграю, все равно мне победы не дадут. Но в целом, да, все равно мне победы не дают. Прогресс заблокирован, папа в ДТП, да? Началась вообще 0 хп, он выиграл, пиздец. Ну сейчас я надеюсь, ноб будет играть. Да, сейчас будет ноб играть, по идее мы сможем его убить быстро, ну очень быстро. Вот этот квест немного выполнится. Ну, с танцами хз, как вообще, надо тоже с нубами. Везде надо с нубами, чтобы эти квесты выполнить. Гребаные, ебаные, ненавижу. Я надеюсь, я вообще те квесты выполняю. Хотя я пока ни один квест не выполнил и даже не начал, можно сказать. Давай, мы должны его быстро убить. Надеюсь, не два раза подряд, да? А просто два раза. Ау. Ты заебал. Ну все, квест выполнился, да, один из двух сейчас. Спасибо, блин. Ну какие, важные или нормальные выполнять? Бля, хуй его знает. Complete the important category quest give... Так нет импортанта, блядь, что такое импортант? Важно, блядь, я должен важный выполнять. Пиздец. Я должен важные выполнять. Они вот эти обычные. Но этот квест сейчас, по идее, в любом случае выполню, да? Мне дадут какое-то говно. Я должен был важные выполнять, да. Ожидаемо. Надеюсь, этот квест сейчас выполню в любом случае. Вот, а потом выполню другой. Хотя навряд ли смогу этот квест выполнить, что-то все сдохли нахуй. Где все мое хп вопрос? Ни хрена себе он мув сделал.
Ну ты издеваешься. Я бегать теперь не могу. О. Пиздец. Если я отменю квест, то он это... Ну, сохранится или нет? Арда, нет. Мне нужны важные. Ты, блядь, еще труднее здесь все. Ты полагаешь, тут сбросилась, да? А, не, я не сбросил, слушай, охуенно. Я потом его довыполню, само собой, но не сейчас. Теперь ты синий. Мне нужно все квесты выполнить, да? Ну да, все, по идее. Так. Следователя должен играть за Блу. Увы. Оборудован. Я должен 10 раз синюю душу заюзать. Окей. Надеюсь, получится закатки 2 хотя бы. Я надеюсь, прогресс больше не будет никогда стопаться, да? Это первый и последний раз такое. Это пиздец. Почему это произошло прямо после того, как там был Сан с Пантомом скином, да. Ну, кстати, знаешь, как можно? Можно выполнять один квест. Вот, а вот нападая Санс, менять, да, вот сейчас получается мы победим этого Санса, я поменяю квест, наверное, обратно на вот тот, или я не знаю какой. Вот, а потом, когда я буду... Скоро буду Сансом, вот. Я обратно возьму вот этот. Короче, можно их вот так вот менять, по идее, они сохраняются. Да хайп. Не знаю, что за значение фан, но ладно. Ну, подсвист Санса. Ну, потому что я ни разу до подсвист Санса не играл. Поэтому и не знаю. Бля. Ё-моё. Блядь. Так, у нас следующий не я, давай так и поменяю сейчас. За Сансов, типа, надо играть. Тут вот за чару можно. Давай возьму. Вот потом, когда я стану Сансом, возьму другой квест. Грожу, что тут вот так вот сохраняется. Мне это очень нравится, на самом деле. Файп. Это, прикинь, если бы вылетело или просто, да.
Папирус, охренеть. Я ни разу его не видел. В этой игре. А ну-ка, что он делает? Чё? Мяч? Мяч-бомба? Вау. Он бегает. Чё-то по телефону звонит. Ё-моё. Охренеть. Он крутой. Сорок восемь хп. Ай, ну блин, это жестко. Ай. Ну копьем херачит. Я бегать не могу. Хватит. Ау, я не знал, что он так может. Что мне продамажила игра? Что у меня продамажила игра? Пиздец. Он меня убивает воздухом, короче, и все. Так, следующий у нас будет Эдаун. Короче, да, у меня есть надежда на то, что вот этот спам Том со своим у вас прогресс застоплен. Появился первый и последний раз, надеюсь. Часу квест реально грубо выполнить, я их даже еще не начал. Но начну скоро, когда стану Сансом, но сейчас я не стану Сансом. Вот. Ну его мы за 150 секунд не убьем, скорее всего. До 150 секунд, если так, то телефон, наверное, ты же. Я не знаю, ладно. О, на ФК стоит охеренно. Блин, его просто захерачили. Тут не работает, как в Jet Game and Day, по всей видимости. Тут работает прям по-нормальному, видимо. Ну, типа, каждый наш удар считается. А не вот так вот поущерного, как в Jet Game and Day. Да, я прав? Да, здесь не как в Jet Game and Day, здесь нормально бьется. Кайф. А в Jet Game and Day я бы один ударил, грубо говоря. Все постоянно тоже ударили, но засчитался только мой удар. То есть такая тема. Все охеренно. Поговорите с Фантом, чтобы получить награду, ладно. Поговорите с Сантой, чтобы получить награду, ладно. Эй, ты мудак, давай быстро. Ты-ты-ты-дынь-ты-дынь. На бару удон. Я буду само собой спамить синей атакой. А по-моему она, кстати, да, она только в этом. Во втором, грубо говоря, этапе, блядь, это уебищно. Ну ладно. Сейчас у меня ее нету.
Ладно. Это невозможно. Какое 10 раз, это слишком много. О, это. О, у меня есть такой скин, кстати. Ну, по идее. Ё-моё, молодух, что ли? Ну, блин, это невозможно, реально. Не знаю, как выполнить это. Я сейчас буду кушать, а мешать мне. Всё, я ем.
Короче, у меня в планах, когда я буду играть снова за Санса, Слаб Санса, это максимально просто брать и убегать. Вот, то есть на Кью убегать, там ставить вот эти клетки, ну, просто бегать. И спамить эту кнопку на, это, ну, синяя атака, вот. Такая тематика чисто. Если я останусь один на один с кем-то, у которого мало хп, просто я буду от него бегать, максимально его стопить, вот. И получается, ну, юзу синюю атаку. Я не знаю, в чем смысл мне уклоняться или атаковать, если мне все равно ни хера не дают. Ну ладно. Вот мне деньги хотя бы дают, я не знаю. О, ну мне хотя бы деньги дают, спасибо.
Ну, надеюсь, еще накатка и все.
Thank you.
Тут мне подсказывает, что все-таки квесты вернутся в будущем. Эти ущербные. Поменял, правда, мажора. Надеюсь, вот скоро будет моя очередь. Надеюсь, что я за одну катку смогу 4 раза атаку заюзать. Надеюсь, у меня получится.
Ненавижу. Просто буду стоять АФК до следующего момента, когда я буду сансом. По-моему, у всех улетело. Но не факт, конечно. Что это за звуки?
И как мне играть? Ну, вау, спасибо.
А мне только победы не дают. Это интересно, уровень мне дают или нет? Ну, короче, этих поставить, да. Где мы? Что это? Кто это? Вау, это... Этот Санс, офигеть. Я ни разу против него не сражался. Что он делает, интересно? Гастробластер другой. Mm-hmm.
Угу. Ну, вроде XP дают. Справедливость, правосудие, ладно.
Thank you.
Подожди, все? Я должен был выполнить только один, что ли? Все, наконец. Я думаю, я все три должен. А всего один должен был. Офигеть, все. Теперь. Все теперь, да? Я должен был всего один выполнить. Я думал, все реально три. Блин, наверное, самое трудное вообще выбрал, на самом деле. Ну ладно. Для меня это было что-то типа сам, ну типа значение фан, я не знаю, что это такое, ни разу до Pacific Sunset не играл, вот. А насчет другого я не знаю вообще. Можно нормально играть теперь.
Да, наконец-то мне стали засчитываться победы. Боже. Yeah.
Ура, спасибо. Я ненавижу его. Не знаю, что это, но ладно, посмотрим.
Это был хайп. Ну почему просто я сейчас играю? Я же должен был сейчас не играть. Что-то... Боже мой, я АФК стоял вообще. Но я проиграл он из-за того, что я не должен был сейчас играть, и в итоге почему-то начал играть. То есть очередь не работает.
Ладно, Horror Sans не так уж и плохо. Подожди, а что мне не дали эти победы? Мне кажется, мне их не дали. Ладно, может быть и дали. Ладно. Вот, блин, Horror Sans, как бы я хотел сказать, то, что он на самом деле достаточно нищий и вообще достаточно, ну, плохой Sans. Но вообще, в целом,
Сейчас я на изи затащил, реально. Мне кажется, я просто научился уже за него играть. По-моему, мы все АФК стоим. Ну, постояли, мы АФК, и что? Видим мы. Ожидаемо.
Я проиграл он не из-за интернета. Но провайдер умер, не успел добраться до больницы.
Там что-то проходит по написанию. Все квесты сбросятся, что ли? Выполню этот квест наконец-то. Ну вы серьезно? Боже. Опять шитдаун.
так полагаю, мне квесты сбросили, да? Ура, сервер профессионалов. О, квест не сбросился. Не думаю, что смогу выиграть за хоррор, но ладно. Thank you.
Убил воздухом. Ну, я, кстати, выиграл. Что это? Это папирус, ё-моё, что тут вообще? Мой персонаж немощный инвалид.
Я, конечно, не эксперт, но у меня был один из двух. Теперь здесь 0 из 2. Почему вопрос игра? Объясните. Мой персонаж не мог ходить, кувыркаться, бегать, он вообще, то есть, ну, моральный и физический инвалид. Ну как правда это?
Ну, короче, ладно, Horror Sans достаточно хороший, сам все-таки прикольный, хайповый, интересный. Короче, бомба.